Всем привет! С вами канал Артмания. У нас утро. Да, сына? Утро. Дима у нас учится кататься на самокате. Уже, кстати, неплохо, да, получается у тебя, я смотрю. Вот даже задом. И поехали. Задом, что ли, будешь кататься в городе? Да, и у нас утро начинается занятие. Вот такую штуку мы купили. Купили ее БУ у нас она. Садись туда. Туда садись. Вчера я чуть-чуть ее перебрала. Поскольку она БУ, то, конечно... Так, подожди. Сейчас, подождите. Ой. Вот, поскольку она БУ, то здесь, конечно, вот эти вот карточки надо перебирать. Вот, ну тут классно, конечно. А, на нее, кстати, был отдельный обзор, поэтому показывать все заново не буду. Вот там как раз где-то выйдет рядышком. Да, я тут, кстати, вот вчера чуть-чуть перебрала. Кстати, очень-очень неудобно то, что карточки просто вот лежат вот так, Дим, не трогай. И хочется какие-то вот именно вот в кармашек класть карточки, разделители какие-то. Вот, потом из кармашка просто достаешь и занимаешься. Хочется что-то такое. Ну, вчера вот как я смогла вот отделить, я отделила, не трогая, сказала. Тут вот разные книжки. Вот там, кстати, тоже есть очень интересная книга. Я ее хочу читать. Ну, не знаю даже, когда я ее начну читать. Но очень-очень хочу. Люблю такие книги читать, познавательные всякие. Вот, смотрите, книга. Как научить ребенка читать. Блин, вообще, я так люблю книжки такие. У меня еще книжка Монте-Сори. Я прям вообще сначала ее взяла в библиотеке. С таким удовольствием читала. Но мне уже позвонили из библиотеки, мол, верните, пожалуйста, книгу. Вот, мне тоже что-то было особо некогда, периодами я ее так читала, не читала, но пришлось ее в итоге, я ее не дочитала, пришлось вернуть. Не успела я дочитать. Вот, и в итоге я потом заказала в Метиде свою книжку и купила ее. И потом уже спокойно начала читать, спокойно уже выделять. Я очень люблю карандашом выделять в книжках, потом эти выделения находишь, смотришь, читаешь, то есть если тебе там что-то надо. Ты какой своими маленькими пальчиками лазишь сюда, а? Ты коза сладкая. Ты мамина сладкая коза? Тут крышка неудобна очень. Так, ну ладно, так, сейчас. Давай вот так. Нет. Вот смотрите, есть такие карточки. Вот такие вот есть еще узенькие. Хлопок, не хлопушка. Хлопок. Блин, надо что-то держать. Хлоп-хлоп. Вот видите? То есть, блин, классно. Там что-то смеешься, ха-ха. Ну, короче, вот такие вот. Это вот их, кстати, мало. Я взяла самую маленькую. И есть точно такие же, допустим, животные. Там лягушка квакает. Ква-ква. То есть, вот такие вот. И они идут друг за дружкой. Так, блин, прикольно. Я вчера наткнулась на их, перебирала, наткнулась, все перебрала, все сделала для себя. Чтобы было более-менее, но там еще надо перебирать. Я несколько карточек что-то не нашла, если честно. Хотя мне сказали, что набор полный. Конечно, лучше всего покупать уже полный набор, то есть не БУ. Конечно, так супер. Но, честно говоря, кстати, в магазине не видела именно вот такой вот набор. Есть немножечко другой. На сайтах каких-то я видела, когда искала название полное. Прежде чем обзор опубликовать. Да, зайка? Да, да, да. Сейчас мы с тобой будем заниматься. Димочку так любит заниматься. Да, зайка? Дима, скажи, я мальчик? А меня все девочкой, да, девочкой называете. Скажи, а я Дима вообще-то, да? Дима собрался гулять на улицу. Сегодня тепло. И Дима, сегодня кем будешь ты? Ты сегодня полосатая пчелка? С синей шапочкой, да? С голубой шапочкой, да? Ну, что ты молчишь? Скажи, лайки-лайки, покажи. Лайки-лайки. Ставьте, скажи мне лайки. Я сегодня полосатик. Полосатик. Да. У нас не привычки просто. Он не двигается, он как-то так наклоняется просто. Наклоном. Но он привыкнет потом. Я
первые шаги. Ну куда ты поехал? Вот, вот так вот наклонять, поворачивать. Так, поворачивай. Ты ему переставь его так. О. Бум сейчас, Дима. Ну. Все скажи. Я приехал. Как ему поклонять? Мишка. А там еще божья коровка, он живет. Цветочки посадили, домик. Мишку кормит кто-то. Да? Камешки выложили, еще никто не стащил эти глыши-то. Красиво тут? Пойдем дальше. Все, а дальше не надо. Там, теперь потихоньку сам спускайся. Ногу сюда. Не трогай там, что трогаешь. Там грязь, грязь, грязь. Как грязь. Там? Теперь ногу сюда. Ставишь, молодец. Тут перехватывай ручками. Вот. Сюда. Молодец. Здрасте. А что ж ты не слез? А если бы я тебя не удержал, ты бы упал на землю. Не трогай. Фу. Нет, это не мелик. Это не мел. Это кака. Это мусор. Брось его. Да ладно, иди за ним. Там сотовый мусор. Но он у тебя не закрытый, что ли? Садили. Опять нога помешала. Тебе понравилось, я вижу. Ты их решил самостоятельно. Еще ветер помог. Ко мне повернись. О. Да не, подходить-то не надо. Это какой-то нет, неправильный он. А, нет, полетел. Пойдем собачек посмотрим. Пойдем? Пойдем. Что ты собираешь, Дим? А ты куда пошел? О.
Ай-яй-яй. Дима. А, Дима. Не получается. И, наверное, дергать надо. Вот. Уже не надо дергать. Вот уже за это. Она плохо, наверное, отделит. Дергай и все. Понял? Так что? Ну да, называется. Надо резко, резко. Только кверху еще. Ну иди мальчику, не надо. Иди мальчику отдай. Что ты бросил? Иди мальчику отнеси. Видите, что мешает? Надо в ту сторону. Да, надо в другую. Надо в ту сторону, поверхность бросать. Может, выше надо. Да. Прям по хвостик делать. Чему надо? Чему надо? Так. Еще правее. Еще правее. Все. Прямо. Левее. Левее. Все, погнали. Нифига себе! Мальчик не жадный. Молодец. Обычно это моё.